День защиты детей шумно и весело отметили жители улиц Куйбышева, Чапаева, Фрунзе и Силкина. Для саровчан, живущих на 28-м избирательном округе, депутат Алексей Подсизерцев организовал небольшой праздник микрорайона. В гости к маленьким жителям пришли Баба-Яга, Кикимора и тролль Розочка. Были игры, конкурсы, выступления саксофониста и подарки. Такие праздники – прекрасная возможность не только весело провести время на свежем воздухе. Пока дети играли, родители могли в неформальной обстановке пообщаться со своим депутатом, обсудить его работу и поговорить о том, в каком направлении округу развиваться. Это, во-первых, площадка, где можно встретиться и обсудить какие-то проблемы, которые возникли, да, у граждан округа. Если сегодня все пройдет прекрасно, конечно, надо, я считаю, повторять. Задумки есть, даже сегодня мысль пришла, что на Новый год, может быть, что-то такое организовать, тоже попробовать. Несмотря на то, что праздник устроили в вечер буднего дня, народу собралось достаточно много. Поддерживать атмосферу своим задором, позитивным настроением, артистизмом помогали сказочные герои. Никому из малышей не было скучно в тот вечер. А кульминацией праздника стало шоу мыльных пузырей. Сказать большое спасибо организаторам этого праздника, потому что, конечно, наш город маленький, и в сравнении с большими городами детишкам не хватает досуга. И когда происходят такие спонтанные вещи, это невероятно радует, добавляет хорошего настроения, разнообразит будни и взрослым, и детям. Вообще, это хороший праздник для детей, и больше мне понравилась Баба-Яга и кикиморы, там тигр, и девочки, которые танцуют и поют. Пришло лето, детям заняться нечего. Организовали такой вот депутат, организовал такой большой праздник, где весело. Дети прыгают, танцуют, смеются. За это им большое спасибо. Мне понравилась Баба-Яга и пускать пузыри. Пусть эти праздники будут почаще. В завершении праздника детей ждали небольшие подарки. Малыши получили воздушные шары, а ребята постарше – леденцы. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин, служба новостей, Саров-24.